Приехали мы в Мельбурн, сейчас мы будем, сегодня проведем тренировку в CrossFit Frankston, и будем мы тренироваться с самым сильным кроссфитером Австралии. Очень интересно на него посмотреть, может быть, он даже меня раскрутит на какую-нибудь кроссфит тренировку. Машинки интересно ездят, покажи. Рядом с кроссфит залом. Пойдемте потренируемся. Ну вот уже при входе мне этот зал нравится. Так, вот это вот маечки с регионалов. Вот это тоже регионалы. Красота какая. Beautiful. Beautiful. Да, этот зал крутой. Мне нравится. Очень красивый зал. Hello. Hello. Fine. Hello. Hello, sir. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Okay, are you ready? Да, супер. Классный зал. Помостики шикарные. Как всегда, эмблема кроссфита. Блюющий клоун. Да. Да, помост хороший. Хоть немножко лакированные, но такие подшарканные уже. Так, что здесь за блины? Иваночка. Отличненько. Again faster. Супер. Ну что? Ну вот. Кто там сказал, что я вес набрал, а? Thank you.
Okay, good. Good. Slow down. Good. More legs. Don't stop, don't stop. Don't stop. Good. Don't look back. Feel your feet, feel your feet. Elbows higher. Yes, that's good. Elbows more forward, more forward. Don't open. You open. Good, good, that's good. Better. Better. Look ahead, always. Look ahead. Good.
Beautiful. Good. Небольшая кардионагрузка после тренировочки. Начал заниматься и выносливость стала лучше. И вот такой зал должен быть. По кроссфиту. И желательно еще по тяжелой атлетике. Как с полосами. Сейчас мы едем в аэропорт встречать самого долгожданного для меня человека в Австралии, это мою жену. Она уже, я надеюсь, подлетает, поэтому мы поехали. Тоже встречает кого-то. Удивила меня, удивила. 18 часов с пересадкой. Молодец. Тим Видер теперь в сборе. Едем в гостиницу.